чем скоро начнется фестиваль. Очередной фанат? В честь него по улицам Рейд-Сити проедут потрясающие многоэтажные. Ви, как раз вовремя. Гора, если вы хотите прыгнуть, вспомните, что существуют круглосуточные службы доверия. Это не смешно. Парад уже скоро начнется. Я скорректировал данные ОКАДы. Советую ознакомиться с ними перед началом. Для начала вирус действительно работает. И намного лучше, чем я ожидал. У нас есть глаза и уши в комнате охраны. Я проверил камеры и теперь знаю, на каких позициях сидят снайперы. Их трое. Нужно нейтрализовать их всех, пока они не сделали это со мной. К ним можно пройти разными путями. Первый близко. С ним проблем не возникнет. Со вторым хуже. До него надо сначала добраться. Ну и, наконец, третий из них спрятался на мосту над улицей. Мы вот здесь. Платформа Ханако-сама остановится здесь. Рядом будет аварийный выход, через который мы уйдем в конце. С этих точек ты сможешь увидеть весь парад как на ладони. Только осторожно. У снайперов обзор еще лучше. Если они тебя заметят, бам, и нет вора. И это не самое страшное. Я должен буду запрыгнуть на платформу, залезть внутрь через окно и встретиться лицом к лицу с Ханако-сама. Последнего я боюсь больше всего. Ну как, все ясно? Ты готов? Погодите. А у нас есть запасной план на всякий случай? А как ты думаешь? Все думают, что я предал Арасаку. Мне предстоит разговор с сестрой генерального директора. У меня нет запасных планов. Должен сработать этот. Я готов. Вопрос, готовы ли вы? Я разработал план, так ведь? В нем упущена одна довольно важная деталь. Ваш друг Ода. Ода — человек чести. Он никогда не причинит мне вреда. Ага. До тех пор, пока вы не свалитесь на голову Ханако. Я понимаю, о чем ты. На первый план выйдут инстинкты и рефлексы. Значит? Значит, мы будем надеяться, что я все еще быстрее него. Удачи вам, Гора. Я готов. Ну что ж, начнем. Разберись со снайперами до того, как появится платформа Ханако-сама. Будет прекрасно. Дихотомия корпоративной, восславление того, чего вас.
Эй, ты чего встал у всех на виду? Давай быстрее назад. Солдат, ведь не внимательно. Ты уже близко. Он почти что перед тобой. Сегодня? Он следит за толпой. Назад не смотрит. И очень даже зря. Нет, не заслужил он этого. Внимание всем постам. Подозрительная активность в секторе 3C. Бородач у стойки с воздушными шарами. Проверьте его. Внимание! Это происходит... Балкон двумя этажами выше. Здесь? Женщина в красном. Сейчас. Кажется, вооружена. Слушайте, потому что мы... Отбой! Повторите! Гора, я снял ближайшего. Тебе нужно попасть на балкон около зеленой стрелки и сесть в лифт. По мосту наверху ты перейдешь через улицу. Знаю, с кем он разговаривал. Это гребаный Адам Смешер. Который тебя убил. Да он давно уже не человек, блядь. Но это очень хорошо. Я рад, что он здесь. Ты рад? Раз уж я проснулся после смерти Сабура Арасаки, придется довольствоваться одним Смешером. Что? Тебе придется? Ты-то ничем не рискуешь? Ну ладно, ладно, нам. В конце концов, решающий выстрел предстоит делать тебе. Попробуй пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше. Все фракции послали своих представителей. Нет, вряд ли. Это же Арасаки.
Слишком хлипкий этот мостик. Ты уверен, что Такемура не хочет тебя так элегантно обнулить? Блять! Чуть не упал! Осторожно, не привлекай внимания. Я был прав. Молчание — это не золото. Это отзвук погасшего пламени. Сабуро Арата. Найди способ спуститься вниз, только будь осторожен. Да, вот так. Не торопись. Сорвешься ты, сорвется весь план. Я обращаюсь к его друзьям, членам семьи и деловой партнеры. Я обращаюсь к его врагам. Потому что мы не будем молчать. Молчание — это не золото. Это отзвук погасшего пламени. Молчание — это не золото. Погасшего пламени. Я еще нассу тебе на могилу! Сабуро Арасака. Принято, высокая жертва. Осматриваю зону. Цель поражена. Да, именно так. В глубине комнаты есть дверь, которая ведет на лестницу. Это кратчайший путь к следующему снайперу.
Он высоко забрался. До связи. Ага. Не нужно объяснять, сэр. Все вполне ясно. Я этим займусь лично. Разумеется. Я обращаюсь к его друзьям, членам семьи и деловым партнерам. Эти слова звучат здесь, в Найт-Сити, совсем не случайно. Именно здесь, 50 лет назад, наши враги показали свою подлость. Террористический акт. Именно 4000 жизни служащих корпорации Арасаки. Прошлый Арасака Дау. Все же, все же, ты ее шпит по пути. Он стал еще крепче и выше. Недавно мой отец стал жертвой такого же подлого преступления. Попробуй пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше. Если не получится, пройди по этому же мосту направо. Не забывай о двигателях под платформами. Пригибайся, иначе останешься без головы.
На пешеходном мосту стрелок. Подозрительно активно. Вот, кажется, и все. Кажется, да. Осталась одна проблема. Какая еще? Нетранер Арасаки. Она взяла под контроль все сети. Надо ее избавиться, иначе у нас не получится перехватить. Она прячется в недостроенном доме, недалеко от позиции второго снайпера. Хорошо, иду к ней. Плохо дело.
Хватит работать, пора отдохнуть. Блядь! Как же без вас-то? Я предупреждал. Ты не оставляешь. Не выбора. У меня получилось. О, да. Он умер? Он дышит. Пока что. Прошу тебя, Ви, пощади его. Больше тебе уже ничего не помешает. Нужно как можно скорее двигаться дальше.
Так, все получилось. Я в системе. Ханака внутри. Что она делает? Пытается кому-то звонить. Подслушай. Не забудь выключить сигнализацию. Тогда я смогу войти.警告されたの。織田とも連絡が取れないし、何か変だわ。パレードを中止すれば弱さを呈したと思われる。弱さ？誰の？あなたの。俺たちだ。私が参加したのはあくまでもお父様を追悼するため。操り人形になるためじゃないわ。この見せ物ではみんなに役割がある。ミチコは文句を言ってないぞ。だがお前が言うなら中止してもいい。 全部やめだ。お前の安全が第一だからな。兄さん、やり終えましょう。ありがとう、花子。せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。ゴロ、システム座落ちね。можем начинать。お父様。 花子様、あなたはお許しをどうか話だけでもお聞きください。サボロ様は父のことを口にしない。どれが俺にできる最後のご奉仕なのです。サボロ様の死について真実を明かすことが花子様ボロや働きとかありません。しかし、ビギー、ビギー、ブリャッ、ブリャッ。 Он ее грохнул. Знаешь, что он сделал, но мы в полной жопе. Знал, что ему нельзя доверять. Надо было держать его в узде. Ноги в руки и кажется. Вы о чем вообще думали? Нет времени объяснять. Найди меня. И где вы? В заброшенном комплексе апартаментов на Вайн-стрит. Третий этаж, номер 303. Постучи 4 раза. Быстрее. Чуть не затоптали. Кажется, ребра сломаны. Как я выгляжу? Пора выходить. 3, 2, 1. Здравствуйте, с вами Джиллиан Джордан и новости 54 в прямом эфире из Джапантауна, где парад в честь покойного Сабура Арасаки окончился массовой паникой. Многочисленные свидетели, которых мы опросили, сообщают о стрельбе на одной из платформ. Именно там должна была находиться в это время Ханако Арасака. К сожалению, другой информации мы пока не располагаем. Мы ожидаем официального заявления от корпорации Арасака в связи с этими событиями. Ситуация, кажется, выходит из-под контроля. По возможности избегайте конца кислоты.
Харрис, также известные как Питер Крэнч. Заходи, только побыстрее. Я боялся, что тебя схватили. Может, теперь вы расскажете, чем вы думали? Я применил снотворное. Она пыталась запустить свой трекер. Выбора не было. Я предложил ей чаю. Вы похитили Ханака Арасаку и предложили ей, блядь, чай? Да, она вежливо отказалась. Скажи всю правду о Юринобу. Ничего не приукрашивай. И четко назови свои условия. Может, к тебе она прислушается. Ханука-сама, карига рейну джинбуцу дес. Доука ханаши о кейта агете кудасай. Я был в Кампеке Плаза в тот вечер, когда убили Сабура Арасаку. Его не отравили. Это ложь, которую распространяет ваш брат. Он и есть настоящий убийца. Нужно быть сумасшедшим, чтобы всерьез говорить мне такое. Что, вам настолько похуй на мои слова? Ханака-сама, прошу простить его. А вы вообще молчите! Мне надо было говорить как есть, вот я и говорю как есть. Да, хорошо, я просто уличный вор, но тут такое дело. Я украл у вас сраный биочип. Вставил в голову, получил пулю и умер. Ты умер? Да, теперь у меня в голове Джонни, мать его, Сильверхенд, и я сделаю все, чтобы от него избавиться. Так что мне абсолютно нечего терять. А вам есть. Ханако-сама, он свидетель преступления, которое совершил ваш брат. Мы подтвердим каждое его слово, если вы поможете ему с биочипом. Ханако-сама. Ты слышал? Иди проверь. У меня очень плохое предчувствие. Шанс ебаться. Так и Мора. Я не могу его там оставить. Забудь про него, он уже труп. Или хочешь присоединиться? Пригнись и смотри в оба.
Пойди посмотри, что там. Он на меня напал! Вступаю в бой!